У жителя Щелковского района Григория Харитоновича Марченко сегодня праздник. Да еще какой! Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра пришли заместитель председателя районного совета депутатов Сергей Игнатенко, начальник отдела по информационной политике районной администрации Светлана Туманова и начальник сектора Щелковского управления социальной защиты населения Георгий Опрышко. Они передали Григорию Харитоновичу цветы и подарки, а также зачитали поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. Мужчина – пример для многих. Он был участником боевых действий, и как никто другой понимает, что значит ценить жизнь, каждый ее момент. Григорий Харитонович уверен, самое главное, чтобы все твои действия были целенаправлены. Порядок должен царствовать везде – и на работе, и дома, и в душе. Чтобы ты был свободен в своей душе, в своих помыслах, в своей работе, в своем долге перед Родиной. Это так должен быть каждый человек. Тогда вся жизнь будет нравиться людям. Никто не будет обижаться, что так и так, и так, и так. Все люди будут понимать друг друга, и будут в одну дудку играть. А это дает большие импульсы для народа, для страны, для всего поколения. Григорий Харитонович бодр и весел. Он поделился с гостями историями из своей молодости, показал фотографии семьи и гордо отметил, что у него трое внуков и одна правнучка. Ну а мы еще раз поздравляем именинника и желаем ему всего только самого светлого. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».